Ребята, если вам нравится Pixelmon, то не забываем поставить лайк. Если вы не знали, но лайки дают большую мотивацию для записи еще одной новой серии. Плюс к тому, вы сможете попасть в музей подписчиков не только если будете активно оставлять комментарии под видео, но также если будете активно ставить лайки под каждым новым видео. Еще один большой плюс то, что если серия, которая вышла утром, набирает 500 лайков, то еще одна новая серия, то есть получается две серии за один день, выйдет чуть-чуть позже, а точнее вечером. Поэтому выход новой серии зависит полностью от вас. Я надеюсь, вы меня поняли и надеюсь, что вы запилите очень большой палец вверх за новую серию, за то, чтобы попасть в музей подписчиков и за то, чтобы еще одна новая серия вышла сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, свобода Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 31-ю серию вроде, да? Также я хотел бы вам посоветовать канал Шама GT. На его канале ты сможешь найти также игру с модом Pixelmon и различные видео по игре Counter-Strike Global Offensive. Ссылочка в описании. И всем приятного просмотра. И перед тем, как... Ой, ну тут нужно шейдеры выключать, потому что, ребята, я не знаю, заметили вы или нет, но когда много статуй, это прям очень сильно лагает. А у нас уже статуи в данный момент до хрена, прикиньте, когда будут практически все статуи, это вообще с ума сойти. Так, ладно, вот. Если честно, я даже забыл, то есть шакала мы вряд ли поставили, поэтому давайте, в принципе, его поставим. Сначала, ну хотя бы сюда, шакл, как-то он так пишется, да. Он еще и шайни. Ну, в принципе, шайни также выглядит как обычный, то есть они не поменяли вот это. Шакл. Вот так. Вот так. Поэтому, ребята, давайте быстренько добавим тут два имени. И, в принципе, дальше париться не будем. Тут у меня еще есть люди, которые просили поменять имена, но давайте, которые находятся хотя бы на этом этаже. Это фантом Кирилл Задорожный. Он тут быстренько. Фантом, вот он. Так, Кирилл Задорожный, вот так, еще кто-то просил, еще Макс Тайгер, Максим Медиков, Артем тоже просил, Глеб Сова, Тоби, вот Макс Тайгер, просил Максим Медиков, ММ, вот тебе бы имя, МНМ подошло, да? Максим Медиков. Первая буква МЕМ. Так. Ну там еще один человек просил, но я его поменяю потом, потому что он не на этом этаже, я даже не знаю, где он. Если честно, его потом там долго будет нужно искать, да, поэтому пока что нет. Фух, так, дальше. Тут у нас кто? Настя Цибулевская, ла-ла-ла. Дальше тогда. Давайте поставим Диана Кузнецова. Я не знаю, есть ли ты уже у нас или нет. Кузнецова. Но если есть, то напиши, пожалуйста. Нет, это не та. Настя, ага, нет. Я, если честно, не помню, но... Вроде нету, что ли. Удаляем. Дальше кто у нас идет? В гостях у Мики. Ну, тебя я не знаю, давай просто Мики. Вот так. Тогда я тебя сейчас тоже удалю. Ой, нет, не тебя, а вот тебя. Так, ну вроде все, ребята, то есть, ну, ход-ход-то, в принципе, я не знаю, есть ли у него еще вроде эволюция, ну, раз нету, вот так, да, допустим, только его нужно чуть-чуть поменьше сделать, вот так где-то, давайте еще добавим, например, пингвин Гордор, Гордон вроде. Пингуин Гордон. Кто хочет поменять имя, в принципе, пишите в комментариях на какое-то другое свое имя, которое вы хотите. Так, ну, пока на данный момент хватит. Пока хватит. Вот там босс. А боссов нужно, ребята, убивать. Даже... Ой, ну он уже пропал, ну да ладно. Боссов нужно убивать. А нет, вот он. Но он уже тоже пропал. Ладно. Потому что один мастербол там мы выбили, но, в принципе, еще парочку мастерболов, если честно, лишними не будут. Вот так. Ну что, знаете, может... А может, действительно, вместо Свамперта уже возьмем... Да твою мать, а!
Вот эти зависания нахрен. А почему? Просто мне интересно даже, почему? Из какого фига вообще вот это зависает? Давайте... Райко. Ну хотя бы попробуем на одну серию. На одну серию. Как он будет вообще справляться? Тандер, Тандершок, Дисчерч. Давайте тогда, знаете, уже сразу ему и Тандерболт изучим. Вместо... Ну, я не пользуюсь вот этим, поэтому нафиг вот это нужно. Так, отлично. Куда бы нам пойти в этой серии? И что бы нам вообще сделать в этой серии? В этой серии нам, в принципе, просто нужно, наверное, прокачивать покемонов. Нам нужно Кабуто прокачать, нам нужно Флаффи прокачать. Это будет круто, если мы дальше продолжим их прокачивать. Но чтобы это делать, нам нужно куда-то полететь. А куда бы нам, в какую сторону бы нам полететь, ребята? Давайте. Вот, давайте туда. В этой серии мы просто будем прокачиваться. Давайте тогда еще Дратини и сразу включим вот это. Так, вроде все, полетели. Может, мы словим каких-то новых покемонов, может, еще что-то сделаем, может, шайни найдем, может, боссов найдем, а с боссов может тоже что-то повыпадает. Там шайни был, но ладно. Может, тоже шайни что-то повыпадает. Не шайни, а с боссов, то есть экспешер. Было бы классно, если честно, если бы мы нашли экспешер, потому что он очень нам нужен. У нас только один, и то мы прокачиваем только одного покемона с целой команды. А если сейчас наступит ночь, то это не страшно, как в Дайдлайте, потому что я не знаю, кто смотрит прохождение, там ночью вообще настолько очково, что даже не хочется бегать, если честно, ночью. О, так, давайте тогда... Ну, в принципе, понятно, не такой уже большой уровень, но все же убить можно. Райкоу. Тандерболт. Отлично, Quick Attack. Сейчас, ребята, нас немного Райко будет прокачивать. Только, знаете, Иви получила сразу 3 уровня, но мне кажется, что лучше даже не Иви сначала прокачивать, а все-таки Кабуто. Потому что, мне кажется, Кабуто важнее в данный момент, чтобы, знаете, его уже докачать, эволюционировать Кабутопса и просто выложить его в компьютер. А если наступит ночь, то, что я хотел сказать, то мы, наверное, пойдем в горы, у нас есть где-то точечка, где спавнятся вот эти бишарпы, и, в принципе, это будет очень круто, потому что с них много опыта выпадает, и мы сможем нормально так нафармиться, плюс к тому, что еще и опыт выпадает, так мы еще сможем и алюминий добыть, что, в принципе, тоже очень главное, можно сказать. И не только алюминий, а еще и железо, чтобы потом себе части покеболов делать, да? Ну, почти попали. Почти попали. Хотя, в принципе, вот этого я не знаю. Он не очень большой уровень, я думал. Ой, выкинул случайно. Так, он не очень большой уровень, чтобы... Ой, шайни, шайни! Назад, 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 пожалуйста. Назад, сейчас давайте приземлимся куда-то вот сюда. Вот. Кто? Марип. Ага, ну, сейчас как раз в данный момент мы прокачиваем Марипа, да? И шайни. Поэтому сейчас нам он не нужен. Так. А вот ты бы пригодился. Так, вот. И давайте Райкоу. Быстренько. А может... Ой. Конфюсрей. Ну, в принципе, я не знаю. Может, знаете... Может, нам опять какие-то... Это кто? Зумарил? Да. Так. Ну, его мы с одного удара, по идее, должны убить. Да. И как будто уже 37-й. Ребята, а что я хотел сказать? Я уже забыл, если честно. В принципе, ладно, то есть, смотрите, мы еще прокачиваемся как раз нормально. Так, замеч... Опа! И уже и Флаффи эволюционирует. Сейчас, когда будет Ампфарос, Ампфароса мы прокачаем к 35 уровню. Когда он будет 35 уровень, мы его выкладываем в компьютер и берем нового покемона. Зато, ребята, новая эволюция. И А, хотя нет, Ампфарос у нас уже есть в музее. Я заранее его положил. Ну, в принципе, ладно. Ладно. Ампфарос 30 уровень. Давайте вылечимся сразу. На всякий случай. И полетим, в принципе, вот куда-то туда. Пулевага, в принципе, я тоже могу словить, но сейчас не хочу. Мы словили трико в предыдущей серии. Это, можно сказать, классно, потому что у нас есть летающий покемон. Летающий. Просто смотрю на вибраву. Кто это нахрен? В принципе, да. А просто смотрю, знаете, и... ассоциация такая. У нас есть травяной покемон, это уже круто, потому что... Кого мы... Какой у нас вообще первый травяной покемон был? Я уже, если честно, не помню. Кто вспомнит, напишите. Мы, в принципе, сейчас можем пойти посмотреть в музее, в компьютере, но я не помню.
Нет, не Бульбасавр. Ну, в принципе, ладно, пофиг. То есть, мы словили Трику, это уже нормально. Потом еще можем словить еще Снайви, Пачирису. Это реально тоже будет круто. Так, отлично, полетели дальше. Как будто еще... Опа. Ну, ой, да стой ты на... Да ну, я вот этих танцоров нахрен не люблю. Но тебя мы можем убить. Да не, не Кабуто, а давайте Райкоу. Так, а почему ты опять поменял мне? Ну не меняй ты мне покемонов, а. Вот. Убили. Убили. Зато хотя бы уровень Эмфоруса пошел, тоже нормально. Так, вот давайте вот туда. Вылечимся опять на всякий случай. И быстренько полетим. Боссы, боссы, давайте. Боссы нам нужны. И уровень... И шмотки. А у нас... да. У нас опять места нету. Ну ладно. Кто тут еще может заспавиться? Да, в принципе, в саванне, я знаю, больше нам никто и не нужен. Ликитунги. Это... Ченси. Я бы тебя словил, но... На серверах, да, она ценная. Но, в принципе, ребят, подумайте, нахрена нам сейчас в данный момент Ченси? Ну ладно, давайте один уровень... Парочку покеболов. Сафари... А сафари был... Это же вроде тут, как бы, мы в саф... Ну, не в сафари, мы в саванне. Ну, в принципе, ладно. Левел болом. Давайте попробуем. Даск бол, левел бол, вот. Попробуем, попробуем, мы попробуем словить. Используем где-то 2-3 левел бола. По сути дела, ты, чувиха, 22 уровень, а наш Райкоу 70-й. И ты будешь еще выкобыляться, ну... Да ночью мы тебе точно ждать не будем. Нет, ребят, давайте просто убьем, да и все. Это же Ченси, то есть на серверах, да, я согласен, она ценная. Но, в принципе, тут зачем она нам? Потом, потом, если что, словим. Я там еще деревню на карте вижу, кто видит. Вот туда. Оу, не хочу сейчас дождь. Он еще и шуметь будет. Сейчас давайте поднимемся. А тут он не падает, да? А чё шейдерами? Я их выключил. Мы сейчас шейдерами играем. Ага. В принципе, может, потому что там дождь, из-за этого так выглядит. Ну да ладно. Так, полетели, ребята, полетели. Давайте все-таки выключим. Да че я никак не могу? Weather clear. Вот. А, наверное, знаете что? Наверное, вместо Эмфоруса еще 4 уровня осталось. Мы возьмем Сайтера. Я как раз сейчас там Сайтера увидел. И, наверное, вместо... Да почему? Ну не меняйся ты, ну пожалуйста. Или я просто, знаете, как-то вот так быстро тут кнопки нажимаю, и, наверное, случайно как-то меняется или что, хрен его знает. Так, как будто у нас уже 38, да? И Эмфорос 31. Еще, ну не скажу, что немало, но... 2 уровня для Кабуто, это, в принципе, не так уж и много, да? Нужно себе начинать делать другие крылья. Уже хотя бы алмазные вряд ли мы сделаем, у нас алмазов не хватит. Но зато можно попытаться золотые. Золотые там уже хватит. А давайте посмотрим. Fly. Flying. А, вот. А, хотя тут 15. Тут еще меньше даже, чем в железных. 24. А тут 15. 16. Не, ну в принципе да. Они же хуже должны быть. То есть... Золотое же хуже, чем железное. Поэтому следующие крылья, которые мы будем рабить. Просто, знаете, и ловить, хочу сказать, кого-то, и делать кого-то, и рабить получилось. Не знаю, что такое, так же, как в предыдущей серии. Вместо Свамперта я сказал снайпер. Какой-то нахрен снайпер. Поэтому, в принципе, следующие крылья, которые нам нужно сделать, это алмазные. Дальше уже Кьюбон, но... Не хочу, не хочу, в данный момент не хочу. То есть золотые даже нету смысла делать. Уху. Да пофиг. Не убьем, не убьем. Дай нам тогда просто убежать, да и все. О, босс, 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 босс. И как раз, если он, конечно, не в земле, а он в земле, да? А, нет, вот он. Нормально. Так, это еще. Вот так. Как будто. Ну, попади ты... Ребят, это чтобы попасть, это с ума сойти. Тут еще, смотрите, трава. Вот.
Во, наконец-то. Хотя Райкоу, мы его же вряд ли убьем. Охренеть. А чё в таких случаях делать? Ну, Крокурок. Ну да, в принципе, он бы, может, и затащил, но... Не в этом случае. А Кабуто ни хрена не сможет сделать. Ух, ребята, вот для таких случаев нам и нужен вот этот свампер. Покехил. Вот для таких случаев нам он не нужен. 230-75. Да, Райкоу классный, то есть я согласен. Против водных он, ну, в принципе, электрический, да? Да, в принципе, не только против водных, против летающих, да и других покемонов. Но если нам попадается, например, Диглет или еще кто-то, то вряд ли мы его сможем убить. Еще давайте сначала возьмем Свамперта, еще его немного побудем с ним. Так. Где? О, там ща босс. Вот Гулгина бы мы сейчас прям легко убили, потому что это Райкоу, но... Да попади ты... Ух, ребята, это чтобы... Да... Вот, наконец-то. Да нет, не убегай, не убегай. Сейчас нам не нужно убегать. Так. Так. И еще раз. Ух. Спорт, фастбол, GC Ball, Energy Ball. Ху, так, ладно, быстро, 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 быстро. Все подняли. Вроде все. Так, класс. Ночь. А ночью нам нужно... Нет, ты нам не нужен. Вроде все подняли, да? Energy Ball подняли? Мы Energy Ball не подняли. Или подняли? А, ну подняли сразу. Так, где у нас вообще находится? Вроде вот тут, да? Минус 2300, 1200. Минус 2300, давайте какую-то 1200, да? B-sharp. Вот, вот, ребята, ща мы до конца серии прокачаем нашего Кабуто, мы прокачаем Эмфороса, Вартортла вряд ли, но все же. Ха-ха, чурочки, вы опять в бою, любите вы между собой там кувыркаться, да? Так, где ты? Что за хрень? Где они нахрен? Смотрите, ребята. Бред какой-то. Показывает, что они на карте, но их нету. Ладно. Вот смотрите, Свампер. Что ему тут стоит? Один удар. А Райкоу бы, может, тоже с одного удара, но... Свампер-то уже 39-й. Еще один уровень, пожалуйста, еще один уровень. То есть нам еще, ну, парочку бишарпов нужно убить. Вот, вот тут. А, вот они нахрен. Мелкие. Я их не заметил, их просто там не было. А, нет, это Павниарды. А вот, вот бишарпов нету. Смотри, ребят, на карте показывается. Бишарп. Где нахрен? Какие-то призраки бишарпы. А вот эта чурка с кем сражается? С кем они бьются? Дайте мне перезайди, потому что это не дело. Я не знаю, что это такое. Тут дебил Бишар сам собой бьется. О, вот уже сразу. То еще что-то непонятное. То показывает, что есть бишарпы на карте, но их нету. Вы там пока поделитесь. Все? Да, все. Так, пожалуйста, один уровень. Ху, Кабуто эволюционирует, ребята. Класс, Кабутопс. В принципе, даже в конце этой серии мы, наверное, Кабутопса поставим в... В витрину, то есть я там специально уже сделал, да, в нашем музее, но я еще туда никого не буду добавлять, если честно. То есть это тоже, знаете, на легендарных покемонов мы будем добавлять только тех людей, которые активно комментируют, они уже попали в музей, и дальше продолжают активно комментировать. Если он еще дальше продолжает активно комментировать, то тогда он попадает... Как бы, еще, знаете, как бы, не, ну, как это можно назвать? Еще один уровень, то есть, с обычного покемона его переносят на легенду, да?
А, например, вот сейчас у нас вот этот Fossil Pokemon, в принципе, тоже в какой-то степени так же будет. Только немного по-другому. Так, Крокурок. Сейчас нам нужно Крокурака прокачать. Бишар... Кабуто мы прокачали. Это уже классно. Так. Класс. Пауэр... Ну, в принципе, это нам тут нафиг не нужно. Это классная атака, да, но, в принципе, не нужно. А, зато мы уже прокачали, ребята, Эмфороса. Мы уже можем выкладывать Эмфороса. Мы уже можем выкладывать Кабутопса. Ребята, в этой серии мы уже прокачали двух покемонов. И мы их уже можем выкладывать нафиг в компьютер. Сейчас еще Крокурока прокачать. Ух ты, паскуда. Жопашник стоял на месте. Я, как я кинул, он сразу убежал. Так, Рапид, вот. Окей, хил. Да твою же, а, с этими, вот так. Эти драчуны, ну, в смысле, дерутся между собой, не то, что вы подумали. Крокурок, быстренько. Я не знаю вообще, если честно, я не помню, на каком Крокурок эволюционирует, но вроде где-то на 40-м, около 40-го, чуть выше даже, наверное, 40, ну, фиг его знает, но где-то вот на таком. Протект. А, ребята, смотрите. Смотрите, сколько мы уже набили самих вот этих ресурсов. То есть тут еще и ресурсы нормально падают. Ты стоишь на месте, нахрен, потом еще и убегаешь, зараза. Так. Нужно успеть, ребята, ща утро будет, ща утро будет. Нам нужно успеть еще вот этих чурок поубивать. Быстренько. Конечно, Крокурока мы не эволюционируем уже, но... Вот. Скарифейс. Но зато еще хотя бы пару уровней прокачаем. Ну, может даже... Да почему ты меняешься, а? Опять, вот, то сначала на Эмфороса, то сначала... Ладно, есть два варианта. Или он какую-то атаку использует, или что, чтобы у нас поменялись покемоны. Или это я очень быстро нажимаю, и покемоны меняются, как бы, через баг какой-то, знаете. Клинк. Ну, давайте, может, еще Клинка попытаемся словить. Так. Вот он. Ух, ни хрена себе. Кабутопс, Кабутопс. Ладно, давайте тогда Даскболом. Хотя уже, в принципе, утро, но может успеем в последние секунды Даскболом его словить. Не, вряд ли. Ой. Кабутопс. Да что ты издеваешься, я же... А, файт. Сам нажимаю, да, еще... О, вот. Ну это, да, в принципе, так попадает, хреново. Во. Ну лучше бы ты не убивал нас, но да ладно. Вот Крокуроком я боюсь, что мы его захреначим. Ух, рискованный Крокурок. Фастбол, левелбол. А у нас есть квикболы. А где наши квикболы? Я их, может, случайно в вот это засунул. В бэкпак? Опа, мы его еще и левелболом словили, ни хрена себе. Так, ладно, вылечим. Отлично. И, а, вот квикболы, почему их не... Или, ну, в принципе, ладно, пофиг, словили. О, там еще босс. Старли. Ну все, в принципе, бишарпы уже пропали, мы уже можем идти домой. Так, попали. Свамперт. Так, отлично. Что мы можем выкинуть? Вот это. Тут много чего мы можем выкинуть, если честно. Вот это. Опа, да твою ж. Ладно, давайте еще раз. Вот так выкинем, да и все. Все, ребята, давайте на этом быстренько домой возвращаться. Тут пищендра. Кого мы ви... А, это Манферна, твою мать, я думал... Да ты, иди ты. Я думал, это Чимчар. Чимчар. Чимчар! Пищендра. Пищендра, да? Фанпи. Пожалуйста. И там еще один. Давайте уже тогда к этому, если мы его первого увидели. А тот уже, кстати, и пропал. Пожалуйста, не пропадай, Чимчарчик. Мы летим к тебе на крыльях любви. Пожалуйста, не пропадай. А там еще один. Там еще и босс. Вот, я тебя вижу. Снайперский прицел. Почти. Чуть выше стрельнул. Еще чуть выше стрельнул. Ладно, это шутка была. Я не включал никакой снайперский прицел, это шутка была. А почему я нахрен не вижу
квикболов? Где они? Или их просто так сразу кидать, что ли? А чемчаров тут куча. Смотри, ребят, сколько чемчаров вокруг нас. Ну, в смысле, на карте, посмотрите, не вокруг нас, а на карте. Просто охренеть. Ребята, мы словили чимчара, мы словили клинка, мы прокачали кабуту в кабутопса, мы прокачали эмфорса, мы еще эмфорса прокачали, да, к нужному уровню. Ладно, уже не будем того босса убивать, давайте быстренько домой уже заканчивать, в принципе, вот так. Вылечим вот так. Так. Новых покемонов я в данный момент не буду добавлять в музей, я их добавлю в следующей серии. И, в принципе, в следующей серии уже и новых людей добавлю в музей. А кто это там у нас? Шакал, но он в земле, поэтому нет. Ладно, выкладываем. Смотрите, у нас уже второй бокс, ребята, пошел. Класс. Выкладываем Эмфороса. Нет, давайте сначала в первый вот сюда. Выкладываем Эмфороса и берем Арона. Выкладываем Кабутопса. Берем Иви я бы взял, но она у нас уже есть. Давайте тогда Трику возьмем. То есть вот этот Травяной у нас в команде нету, да? И Вартортл уже, ребята, 30 уровень. Еще 10 уровней. Ну, как бы 6 уровней для эволюции, а 10 уровней, чтобы его выложить в музей. В принципе, более-менее мы так нормально прокачиваем. Ребят, давайте надо заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем активно комментировать и активно ставить лайки. Ребята, если вы еще не попали в музей, то... Если вы активно комментируете, то значит, что вы уже есть в блокноте и просто дождите своей очереди, чтобы попасть в музей. Все, что нужно, но также дальше продолжайте, в принципе, комментировать. Ребят, на этом заканчиваем эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.